Кстати, подписная кампания на печатную версию газеты «Слово нефтяника» завершена. Между тем, те, кто не успел подписаться, но хочет это сделать, могут по-прежнему подписаться на электронную версию еженедельника «СН». Процедура подписки на электронную версию газеты достаточно простая. Для этого достаточно зайти на сайт «Ноябрьск.РФ». Выбираем баннер «Слово нефтяника», подписаться, и видим здесь предложение «Печатная версия», «Электронная версия». Выбираем электронную версию и заполняем поля. Вводим адрес, выбираем город Ноябрьск либо Муравленко и далее заполняем анкету. Даем согласие на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом и кликаем на команду «Подписаться». Данные успешно отправлены, и необходимо проверить свой электронный ящик. Вы заходите в свой электронный ящик, и если вам пришло ответное письмо, значит, вы стали подписчиком на газету «Слово нефтяника». Вот так выглядит электронная версия нашей газеты.